Всем привет, друзья. Вот спешу похвастаться. Отхватил я, короче, себе Music Man. По дешевочке. Все как положено. Взял. Ну, честно говоря, не впечатлен. Не впечатлен. Я большего ожидал от Music Man. Вот так вот он выглядит. В том, что это настоящий Music Man, нет никаких сомнений. Вы посмотрите, вот написано Music Man. И даже два чувака с гитарами. Поэтому это 100-500% настоящий Music Man. Никаких вообще вопросов не может быть. Вот. Ну вот я ожидал большего. Вот переключатель, которого только вот два положения. То есть или один датчик, или второй. Вот как это все реализовано. Вот тремоло без тремоло. Собственно, вы видите, как замечательно сделано. Вот, вот такие вот тут внутренности у него. Ну и как бы вот гриф. Конечно, определенные сомнения закрались, что это не Music Man, но надпись, все, она опровергает все сомнения. 100% Music Man. Вот, так что не знаю, что эти американцы там себе думают такие гитары делать. Но не важно, а важно другое, что ни один нормальный человек, ни один мастер адекватный, уважающий себя, никогда не напишет на гитаре какую-то марку. То есть, если гитара не Fender и не Gibson или ничего-нибудь там еще, он никогда на ней не напишет Fender, Gibson и так далее. А тот, кто делает копии... Там сделает телекастер и лепит на него лейбл Fender. Но это просто вот... Это не мастер. Это какой-то детский пацан. Ну все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.